В управлении образования Махачкалы стартовал педагогический семинар «Образовательный диалог». Поделиться опытом и пополнить свои знания собрались учителя и специалисты Департамента просвещения Москвы, Казани и Махачкалы. Гостей приветствовал профессиональный хореографический детский ансамбль, который показал участникам семинара «Зажигательную лезгинку». Далее пленарное заседание в президиуме представителей правительства республики, Народного собрания и Министерства образования и науки. Я бы хотела, чтобы сегодняшняя встреча, которая у нас состоится, она помогла нам еще немножко больше продвинуться в том, чтобы понять, как нам помочь улучшить образовательные наши практики. Мы посмотрим, какие у нас есть сюжеты, это спорт, организация работы. И нам бы хотелось, чтобы вы вместе, коллеги, я обращаюсь к нашим директорам, чтобы вы сегодня вместе чуть-чуть еще дальше продвинулись в методологии нашего образовательного процесса. Потому что у нас тут самое главное, что мы тоже новую такую ниточку дальнейшего развития уловили. Семинар будет длиться 2 дня. Уже состоялось открытие Центра педагогического мастерства. Затем в течение дня проводились круглые столы для заместителей директоров, руководителей методических объединений, учителей русского языка, математики и мастер-классы по разным предметам. Завтра гости переезжают в Дербент. Планируется посещение открытых уроков в 4-й городской школе и экскурсия по крепости Нарын-Кала.